Здравствуй, Верхнекамье! Новостной портал Медиакуб сообщает, на берегах Усьвы вскоре появятся 4 новые стоянки для туристов. Работы по установке начнутся в июле этого года. Зоны отдыха оборудуют костровищем, беседкой и лавочками. Напомним, несколько стоянок появились еще в прошлом году. Однако одну из них разобрали местные жители. Чтобы не наступать на те же грабли, теперь конструкции будут выполнены из более износостойких материалов. А в Губахе волонтеры избавили лес от мусора. Общими усилиями собрали порядка 2 тонн отходов. Местом для очистки выбрали лесной участок между дорогой Кунгур-Соликамск и территорией бывшего пионерлагеря «Искра». По словам участников акции, это место превращается в стихийную свалку. Недобросовестные граждане оставляют там старую технику, бытовые отходы и даже старую мебель. Уборка прошла в рамках ежегодной всероссийской акции «Живи лес». А Кизел стал участником краевого проекта «Тренер нашего двора». Летом для детей организуют бесплатные занятия по футболу, баскетболу и фитнесу. Научиться играть в футбол и баскетбол любой желающий сможет на спортплощадке по адресу улица Ленина, 16. Также в баскетбол можно поиграть на спортплощадке по улице Суворова, 6. Легкую атлетику и фитнес будут преподавать на Крупской, 17. По словам пресс-службы администрации Кизела, занятия будут проводить не реже 2 раз в неделю. Рубрику «Верхнекамье» сегодня подготовил Евгений Казанцев.